Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Иванов Игорь, команда Volkswagen Bank. Как прошла игра? Игра была очень тяжелая, напряженная. Счет был равный. Тяжелая игра. Почему не удалось победить? Не хватило чуть-чуть концентрации в конце. А 2 минуты до конца пропустили гол. Обидная ничья. Что ж, будем работать над этим. Как будете настраиваться к следующему туру? Будем настраиваться активно и играть до конца, до последней минуты, не опускать головы. Спасибо, удачи, надеюсь, все получится. Спасибо.